Ну, сегодня у нас очень много было школ и передачи, то есть это помогает на поле комбинировать и выполнять те задачи, которые перед нами ставят. Держание мяча, то есть чтобы качество было. Мы постепенно, каждый день меняется план работы. То есть сегодня работали больше утром над завершением. То есть передачи с фланга, игроки, которые должны быть в штрафной, завершали. Ну, хочется, конечно, доказывать, что ты достоин играть, и надо прилагать максимум усилий к этому. Я полгода в команде, уже понимаю, как кто двигается, кто куда перемещается. То есть, тем более сейчас летние сборы покороче, зимние сборы более длинные. То есть и хорошо можно понять, как кто двигается, как кто хочет принимать мяч и открываться. Приятно больше с мячом работать, чем бегать любому футболисту. Но в Киеве мы заложили фундамент, то есть у мистера все расписано, то есть когда какую нагрузку нужно делать и какую работу беговую нужно делать. У каждого тренера свои методы, конечно, все они отличаются. Там. То есть у мистера такие интенсивные тренировки, которые помогают потом в игре также себя чувствовать комфортно. Потому что если ты на тренировках будешь интенсивно работать, тебе и в игре будет легче. То есть много работы с мячом, то есть он говорит нам, как постраиваться друг под друга. То есть такие азы проходим, можно сказать. И, то есть я думаю, если будем все выполнять, все у нас будет хорошо. На тлі утоми, як далися перші 45 хвилин ігрового часу, в принципі, що би ти сказав про матч з Олігорським Шахтарем? Ну, звісно, вони відійшли назад, було тяжело вскривати їх. І плюс ще перша гра була, тобто, немножко так, ноги ще не свої. Ну, ми вже перший збор практично закінчуємо, тобто, залишилось 3 дні. Тобто, уже набираем кондиции, я думаю, в Турцию уже будем подходить своими 100%. Вот на сборах это фундамент, который надо заложить, чтобы хорошо войти в сезон. И, как, знаете, как начнешь, так и оно пойдет.